Здравствуйте, мои уважаемые зрители, с вами я, Гун Кокбэк 2. И сегодня я расскажу вам, как сделать Memphis Type Beat, как делает Джодах. Скорее всего, нет, скорее всего, услышали этот трек. Я попытался сделать то же самое. И на самом деле это максимально просто, писать такие типа биты, но у Джой Даха прям стиль, а я такой как бы последствия. Погнали, разберем все по очереди. Давайте с каждого звука начнем. Начнем с VHS. VHS это просто обычный эффект. VHS кассеты, вот так он звучит. Он нужен для атмосферы. Дальше идет текстура. Текстура нагоняет такой крепоты. Идет бас. Бас я прописал вот так. Он прописан под кик. То есть кик вот. Я прописал кик, вот так он выглядит. 120 BPM проект, то есть такие биты пишутся в маленьком BPM для того, чтобы ну, они медленно шли и передавали атмосферу. То есть такой на расслабончике Мемфис. Вот. Кик, я что сделал? Я кик скопировал, Ctrl-C, создал паттерн новый, Ctrl-V сюда вставил. Все, теперь у нас получился кик с басом. Естественно, на кик я закинул бусты. Можете наблюдать, тут есть буст чуть-чуть. Также есть SK10 на плагине. Ой, на плагине. Да, плагин SK10 будет висеть. Тут, эмулятор кика. Он просто делает жесткий кик. Тут надо просто покрутить до сюда, и вы услышите. То есть он делает такой прям жесткий кик. Также на мастере стоит Virtual Tape Machine. Он создает такой VHS эффект. Атмосферный и софт клипер для ограничения частот, либо же наоборот поднятие. Смотрите, хай-хеты тоже обычные. Единственное, что они с помощью вот этой кнопки, которая находится вот здесь вот, Tools LFO, я нажал LFO и изменил громкость. Таким образом. Можно разное крутить как бы. Вот. Получился у меня хай-хет. Снейр тоже обычный. На каждую восьмую долю. Ой, не восьмую. Хочу понять. На нем стоит эффектор на лоу-фай, примерно на середину. И реверберация чуть-чуть для того, чтобы он был такой атмосферненький. Что ж, я предлагаю вам полностью послушать, а дальше мы разберем уже. А, еще забыл. Долбоеб. Акапелла. На капелле у нас висит очень много всего. Параметрик срезал частоты с помощью вот этого пресета. Реверберацию добавил. Софт-клипером ограничил чуть частоты, потому что очень торчал вверх. Из-за этого создавался такой дизонанс. Ой, резонанс, это неудобно. Дистрактором я чуть-чуть наложил лоу-фай эффект, для того, чтобы он как бы так подхрипал чуть-чуть. Без него... Чуть побольше стало как-то объема. С помощью компрессора чуть убрал гейн, чуть подкрутил трес, чтобы звук тоже не торчал. Дальше параметриками я урезал реверб затем. Потом кинул эффект радио еще. Это пресет радио, здесь находится радио. Чуть-чуть в этом эквалайзере главном убрал нижние частоты. И есть еще одна капелла, она такая. Здесь то же самое, то есть параметриком урезал нижние частоты и реверберации добавил. Тут я не напрягался сильно, я чуть с громкостью поработал. Еще вот такой вот небольшой вокс. Тут у нас реверб, параметрик. Все то же самое. И давайте послушаем. А, нет, еще мелодия, мелодия. Тоже, как я мог-то забыть? Мелодия. Мелодия у нас с такими пресетами тоже. Софт-клиппер ограничил частоты. Реверб добавил для того, чтобы атмосферненько было. Транзит процесс. Блять, транзит. Лобоеб. Транзит процесс. Сор, блять.
Transcend процессор я добавил, чтобы чуть убавить атаку, чтобы она прям не торчала. А то резкий звук очень в начале. Чуть-чуть здесь поднакрутил гейн и релиз. Да. Параметрик тоже урезал частоту с помощью этого пресета. Урезал так, ну, пока не начал меняться звук. Дистрактором, естественно, опять добавил лоу-фай чуть-чуть. Эффектор еще один лоу-фай накинул. Вальхала дилей максимально в миксе не участвует, где-то 15% примерно. То есть тут я практически ничего не трогал, я просто микс выкрутил на 15% для того, чтобы просто создать какой-то небольшой такой объем. Термал с пресетом Noise Floor. Это плагин из FL Studio. Вот, и его можно скачать в интернете. Если что, ссылку в Телеграме я оставлю на него. Тоже по нижней частоты урезал, чтобы басу не мешали. В принципе, все. Кстати, бас. У баса тоже никаких настроек нету, кроме как я подкрутил чуть-чуть в эквалайзере ползуночек для того, чтобы увеличить его жесткость, блядь. И что у нас получается? Кстати, еще есть одна вторая мелодия, но я особо внимания не хочу уделять. Выстрелы. Гангкок, перезарядка. Готово. Давайте послушаем, что у нас получилось. Такая тема получилась. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, естественно. Если что, пишите в комментариях, на что бы еще выпустить разбор. Вот. Если нужно, я могу выпустить этот трек. Я его по-любому, наверное, выпущу. Сейчас только над ним поработаю чуть-чуть. Всем удачи, всем пока.